пожалуйста, отсюда, а? Да? Я как-то там по-моему играл когда-то, кажется, вон отсюда. А там просто две строчки, две редакции. А, все, я все, ничего не надо. Все, я понял. Я другой редакции просто играл. Она играет в первой редакции. А, если это та, ты играешь в другой, а мы играем вот в этой основной редакции. Очень хорошо. Да, вот это сделать вот этот крещен, да, к техническому месту. Как распределить эту фразу? Во-первых, первая фраза. Можешь сыграть первую фразу? Послушай гармонию. Не думай, что ты в курсе. Там надо сыграть. Сыграй. Значит, ну ты-то знаешь, но вот люди, которые не знают, вот когда играют, вот, они думают, что это не минор, и все. Оно написано. Значит, нужно обыграть. Здесь нет определенных гармоний. Они все неопределенные. Это как вот музыканты, которые готовятся к оркестру, вот, они учат соло из жизни героя и начинают вот. И думают, что это ля мажор. Вот. А это. Вот, значит, это та же сказка вот про то, что надо знать. Надо обыграть вот этого. Это не задержание, да, а это вопрос остается, да? Можно вот это сделать, давай. Раз. Все. Первый аккорд – это краска, твоя нота, это краска в аккорде. Это не то, что вот два, раз. Нет. Это раз. Как вот натурально музыка просит. Ты играешь ми ре ми фа ля соль фа соль ля си фа ми а фа ми. Там нету диминуэнта. Он не хотел, наверное. Ну еще раз. Ми еще раз, да? Yeah.
Понятно, давай. Спешишь.
И получается крупнее. Та-та-та-ти-ра-та-та-та-та-ти-ра-ра-та-та-ти-та-та. Ты не можешь дать больше смычка и играть в том же темпе. Будут какие-то ненужные усилия. Это у тебя не просто сделать. Ну, чтобы это было крупнее последний раз. Хорошо? Давай. Давай. Ля-до. Нету длины. Не страшно. Надо, важно уметь отпустить. Ля, соль, фа. Это должно быть довольно стрессировано. Профессионально. Давай. Ля, до, ми, фа, ля. Не получается это. Ля, до, ми, ля. Ми. Музыкальное произведение, правильно? Есть три раза. Там-пам-парам.
Ты-пам-парам, хорошо. Это не концерт Брамса, но это замечательное произведение, романтическое произведение в своей эпохе виртуозно, оно свое место. Вот. Значит, пожалуйста, да, есть люди, которые есть, я не знаю, есть рестораны «Три звезды», предположим, не прошел курс в Макдональдсе, но есть замечательные, недорогие места, очень популярные, в которые невозможно попасть. Вот, ну, а там не было. Вот. Да? Хорошо. Значит, это музыкальное произведение. Наверное, три раза, наверное, каждый раз должно что-то произойти. Они же не написаны так вот. Так не написано, а впечатление, что ты так играешь. Пожалуйста, объясни мне, как должно быть в этом месте без триоли. Нет, я на скрипке объясни. Да. Это каждый может. Это я даже могу тебе все. Видишь, как сейчас. Там форта написано. Там форта написано. Я тебя понимаю. Так. Форта. Я вижу усилия, что-то сделать. Уже хорошо. Значит, для того, чтобы знать, что сделать, надо посмотреть, что написано. Написано форта, бен состынута. Значит, может быть, первый раз играть форта, но меньше смычка так. Состынута. Состейн. Держи. Больше и больше смычка, все выше и выше скорость ведения смычка. Можно играть это место. Кстати говоря, пара-пара-пара-пара, да там какой нюанс там стоит? Там пьяно и вилочка идет. Как удивительно, ты все знаешь. Браво, это замечательно. Тебе лектор надо работать. Ну почему же ты так не делаешь? Сделай, давай, сделай, давай. Нет, есть люди, которые вообще ничего не знают, что-то делают совершенно наоборот. Ну, было, наверное, лучше. Ну, не знаю, давай. Sostenuto, ma, ma, forte. Что написано, как тебе кажется?
Ну вот как хара, там и слово написано. Грациозно. Как? Грациозно. Да, дальше. Дольше, да. Ты чувствуешь, да? Ты чувствуешь ситуацию, да? И вот дольше, грациозно. Аморозно. А? Аморозно. Аморозно. Написано. Доре написано аллергамент. Значит, аллергамент это шире даже, да? Не один человек, да, вот это. Да, написано. Я специально вернул, чтобы не смотреть никто, да? Вот. Потом там написано диминуэндо ад либитум. Это значит пожелание. Это твое желание? Такое. Не знаю, это должно быть свобода. Потом там написано. Написано Ачеверан. Потом написано Диминуэндо Скрещендо. Тут просто какое-то количество информации чрезмерно. Чрезмерно. Ужасно. Что-нибудь из этого сделай. Хоть что-нибудь. Понимаешь, мне нужно. Потому что это все очень хорошо. Это очень хорошо все, но люди не понимают, зачем? В чем проблема. Адлибитум чувствовалось. Вот. Я хотел сказать, что адлибитум. А что же вы не сказали? Я бы тогда сэкономили время, я бы этом ничего не говорил. Я побоялся. Давай, давай. Как сказать, тривиально, понимаешь, да? Получается, слушай, тривиально. Ре, соля, ля, си, но ре, запятая. Соля. Я тебе советую одну вещь сделать. Ты дома, когда никого нет, ты себе говори, что ты хочешь сделать. Понимаешь? Вот какие проблемы. Я так учил некоторые вещи просто. Не знаю, вот я учил шестую из-за их, потому что не учил. Если говорил широко. Коротко. Нет. Соединение. Мелодия. Пауза. Триолида. Понимаешь, вот я так себе говорил. Потом перестал. Потом это у меня здесь сел, да? То же самое здесь. Вот ад либитум. Быстрее. Громче, шире. Да? Вот так вот. И позанимайся так, тебе это поможет. Давай дальше. Соля. Очень хорошо. Еще две странички мне собирать.
как я бы сказал, веловчик. Па-па-па-па-пам. Это дело даже не в том, я не могу сказать, больше звука там нет. Может быть, это всего достаточно, если бы это было крупнее. Можешь сыграть еще раз одна? Это место сыграли? Сыграть чуть позже. Да? Да, хорошие штрихи можно разные играть. Давай. Ре, соль. Всяких этих закорючек, ну, для людей, которые в этом не понимают ничего, они музыку слушают. Вот, представляете, ты переводишь. Значит, если ты все сделаешь, что тут написано, это не значит, что все будут играть одинаково. Каждый переводит со своей персональностью, что есть звук. Предположим, у каждого разный звук разный, то он будет по-разному переведено. Да? Значит, но нужно понимать, что такое вот ти-па-па-па-пи-па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 -
происходит, правильно? Да? Это происходит ачелеранда. Мы же не знаем, что там написано. Это четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые. Мы не знаем этого. Мы слышим та-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 та. Да? Значит, когда ты играешь вот так. Мы ничего не получаем. Мы не получаем ачелеранду. Мы получаем какую-то странную неровную музыку. Значит, нужно, чтобы восьмые переходили в триоли, а триоли переходили в шестнадцатые, чтобы получалась сочиненная ачелеранда, как вот, я не знаю. Это ачелеранда. Триоли? Да. Я не знаю. Или замедление. Написал замедление на всю страницу. Вот такое. Одна фраза получается. Да? Одна фраза получается на всю страницу. Здесь короче, значит легче. Ты не играй так вот по слогам здесь, хорошо? Сыграй это место. Сыграй это место. Соль. Да, вот отсюда можно. Долями.
напоследок, не сыграй медленно это место, и когда ты почувствуешь, что гармония меняется, останавливайся, и потом дальше продолжай. Там-тара-дам-тара. Когда тебе хорошо, интересно, гармония стала, да? Давай. Ничего не произошло. Там они меняются? Нет. Ну, может, как что-то меняется, совершенно неинтересно. Давай еще раз. Мне кажется, это быстро, потому что ты не знаешь. Ям-тара-дам. Давай. Как было? Хорошо. Как она играла? Очень хорошо. А это? Не помню. Вот этого быть не должно. Хорошо? Спасибо.